находимся в эпицентре одного из самых мощных тайфунов в этом году. Тайфун Хайян. Северная Себу, Филиппины. Пожалуйста, сейчас уже, конечно, потише все стало. Но мы ждем. Ждем самого приближения пика этого тайфуна. Прямую трансляцию с Филиппин. Тайфун. Самый мощный за 22 года. Посмотрите, как наклоняются деревья. Супер. Отель запечатан. А? Отель запечатан. Отель запечатан. Секьюрити не выпускают на улицу. Но мы русские люди. И нам пофигу. Что ж, нас посетил тайфун Иоланда. Сегодня мы не ныряем. Собственно, как и вчера сбежали с острова. На улицу выходить нельзя. Очень интересно в отеле проводить время, в котором все заколочено. Сидим, тупим, читаем книжки. Я изучаю учебник. Мне скоро экзамен сдавать, теоретический. Мы находимся в эпицентре тайфуна в данный момент. Находимся в центре Филиппин, на острове Себу. Как? Ну, Мактан, хорошо, Мактан. Как видите, за окном сильный ветер, деревья почти ломаются, очень сильно гнутся. Покажи. Привет. Мы интервью даем с отеля «Пересорт». Я не знаю, как это сказать, но на улице творится кошмар какой-то, да? Все запечатано, никуда не выпускают, еды нет, ничего нет, рома нет. Так что вот, как-нибудь мы это дождемся. Не знаем, сколько будет тайфун этот. И съемки ведем, так что, чтобы камеру не залило, подводного бокса нету. Николай, Лена, Ксюха и Владимир, соответственно. Это последние выжившие европейцы, оставшиеся на этом острове после стихийного бедствия. Русские вообще все понимают. Все им пофигу. Все пофигу, все замудовали, все закрыли, а мы все равно пошли. Ночеваем в любых условиях. Краткий репортаж с берега Филиппинского моря. 8 ноября, середина дня, какого-то года. Если что, то последний раз нас видели у дайв-центра. Мы выложим это. Да.
Very beautiful tattoo. Your name? Just call me Pailong. Pailong? Pailong? Yeah. Working in the resort. I'm skipping. Yeah. It's okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Very good interview. Thank you. Thank you. Хорошо, попробуй. Это лучше, чем.